день, дорогие друзья! Сегодня хочу предоставить вашему вниманию электрический чайник концепт РК-3000. В чем отличительная особенность этого чайника? Ну, наверное, в том, что этот чайник нагревает воду порционно. Здесь у нас емкость для воды, которая вмещает в себя 2 литра. Минимальное количество воды, которое вы можете подогреть, даже вскипятить за один раз, это 150 мл, а максимальное – это 300 мл. Мощность этого чайника – 3000 Вт. Вот здесь мы видим регулятор ручки, где вы можете регулировать минимальное количество воды и максимальное количество воды на одну чашку. Если ваша чашка большая, то поворачиваем вправо, если маленькая, то влево поворачиваем. Это у нас поддончик для сбора жидкости, если вдруг вы нечаянно перелили воду, он собирается ее сюда. Сейчас я вскипячу минимальное количество воды. Закипает примерно в течение 45 секунд. Вот давайте посмотрим. Этот чайник экономит электроэнергию до 50%. Когда чашка наполнится, он автоматически остановится. Ну вот, вы видите, автоматически все остановилось и отключилось. Сейчас мы будем наливать воду и воспользуемся кнопкой «Сток». Нальем ровно столько, сколько мы хотим налить. Температура кипятка хватает для того, чтобы заварить себе чай, кофе по-турецки. При включении чайник очень красиво освещается неоновой подсветкой. Сейчас польется вода, и мы нажмем кнопку «Стоп». И вода сразу остановится и даже не будет капать ни одной капельки. Если вы хотите сэкономить электроэнергию, и вскипятить воды ровно столько, сколько вам надо, тогда этот чайник именно для вас. До свидания, до новых встреч!